Давайте поехали. Когда украинское правительство отменяет празднование 9 мая на территории, оно делает все для того, чтобы расколоть общество еще сильнее. Это призыв к гражданской войне. Дело в том, что любой умный правитель, конечно бы, попытался сгладить углы, а не обострить их. Часть людей, которые посчитают себя обиженными, люди, потерявшие своих дедов, прадедов, люди, которые всю жизнь отмечали этот праздник, они все равно будут отмечать. Но поддержанные официальной пропагандой и официальной властью противники отмечания, они, конечно, выйдут на улицы, чтобы лупить тех, кто отмечает. То есть это как бы провокация новых столкновений. Сейчас надо все спустить на тормозах и сказать: ребята, хотите, отмечайте 8-го, хотите 9-го, хотите, не отмечайте, но не мешайте остальным людям выражать свое мнение. Если вы хотите как немножко как примирить, то надо учить народ толерантности, а не противопоставлять людей друг другу. То есть вот это большущая ошибка правительства Украины, которое может зажечь фитиль под пороховой бочкой под названием «сегодняшняя ситуация».